Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня мы с вами разберем такое упражнение, как Шуаншоу Джамьен Чансы, или наматывание для двух рук. Это упражнение из раздела Чансыгун, Цигун, наматывание шелковой нити в Чанши Тайцзюань. Одно из самых базовых упражнений. К его освоению переходит после того, как освоено упражнение для одной руки. Итак, те, кто знакомы с упражнением для одной руки, могут обратить внимание на то, что упражнение выполняется точно так же, как для одной руки, только двумя руками. Руки двигаются с небольшой сдвижкой во времени, но выполняют, в принципе, ту же самую работу. То есть, если мы уберем одну руку, то у нас получится упражнение для одной руки. Соответственно, добавляя вторую руку, получается упражнение Шуаншоу Джамьен Чансы, наматывание для двух рук. Обратите внимание на скоординированную работу всех частей тела. Таз работает по восьмерке, оседание вниз происходит за счет куа, руки не поднимаются выше подбородка. То есть примерно выше подбородка, ну, не выше носа. Руки работают максимально расслабленно, наполненно. В руках должно быть ощущение с одной стороны наполненности и тяжести, с другой стороны легкости. Руки должны быть как будто на воздушной подушке. Также обратите внимание на правильное положение всех частей тела, на вытягивание макушки и на расслабление. Итак, надеюсь, этот ролик был полезен для вас. Спасибо за внимание.